В 77-й школе уроки сегодня идут по расписанию, хотя по виду так сразу и не скажешь. Все готовы? Да. Все. Добрый день, ребята. Сегодня мы с вами проводим урок алгебры в виде видеоконференции. Учитель алгебры Галина Костина, молодой педагог, в школу пришла 4 года назад. Для нее работать с цифровыми технологиями только в радость. Мне как учителю проще работать в таких условиях. Само освоение этой технологии не такое сложное. Здесь можно только один день посидеть, разобраться во всех возможностях, потому что возможностей очень много. Перейти на дистанционный формат обучения с этого понедельника вынуждены все школы области из-за карантина. Для 77-й школы такая работа с детьми посредством видеосвязи не новинка. Она была протестирована во время прошлогоднего карантина, который, кстати, тоже пришелся на февраль. Кроме того, все дети, которые учатся в субботу, занимаются здесь дистанционно. Наша задача, как учителей, не прерывать образовательный процесс, сделать его более познавательным и интересным. Поэтому неоценимую помощь здесь, конечно, играют дистанционные образовательные технологии. Занятия отменили по распоряжению областного министерства образования. Эпидемпорог по заболеваниям гриппом превышен в соседних областях. Чтобы исключить заражение, в Самаре перестраховались. Школьникам отдыхать осталось не так много. Со следующей недели, 10 февраля, придется снова собирать рюкзаки и садиться за парты. Мария Левина, Николай Пифанов. События.